Горят в России не только НПЗ. Силы партизанского движения «Экстремист» в Красноярске взорвали автомобиль военного преступника Сергея Конкеева. Конкеев работал вертухаем в СИЗО-1 Красноярска, которое много раз фигурировало в расследованиях по поводу пыток подследственных. Прибывая в составе ЧВК «Вагнер», он своими руками зарезал 4 человек пленных и сам об этом рассказывал. Я участник боевых действий за «Вагнер». Да. За «Вагнер», да? «Вагнер». У меня есть 2 медали. Молодец. Я тебе больше хочу сказать. Я лично расстрелял 3 украинцев и 2 поляков. Ножом зарезал. А поляков-наемников. Я их лично зарезал. Я лично. Я же говорю, ты зарезал, когда они уже в плену были? Потому что в бою зарезать 5... Да. А, когда они в плену были. Да, в плену, да. 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 Понял, да. Мне, если честно, не сильно приятно тебе это говорить, но я тебя записываю, если честно. Да мне вообще. Я понял. Не, ну аж по лицу ж тебя узнает, там даже прописка уже не нужна. Ты же понимаешь, вообще хуисты уже ребята определят нужное. Ну, как говорится, Гагарин долетался, а Конкеев... Похоже, погиб от прикуривателя.